Ямочный ремонт наринмарских дорог планируют завершить к 25 июля. Об этом доложил директор Наринмар-Дорремстроя Евгений Елисеев на еженедельной губернаторской планерке. Обсудили и другие социально значимые вопросы. Так говорили о северном завозе. Топливо уже доставлено в большинство населенных пунктов округа. Качеством угля жители довольны. А вот в Усть-Кару и Амдрому уголь, дрова и топливо завезут только в августе-сентябре. Топливо на сегодняшний момент еще не поставлялось. У нас, к сожалению, стоит ледовый покров еще на море, то есть лед достаточно плотный. Но, наверное, эта история произойдет не раньше, чем в августе, потому что, по прогнозу я смотрю, то в этом части все безрадостно. Южного ветра сильного нет. Обсудили и проведение национального праздника «День оленя». В этом году праздничные мероприятия начнутся раньше обычного. Уже 30 июля первые борта будут отправлены в Колгуев, в СПК «Харп» и «Рассвет Севером». 31 июля и 1 августа подарки получат оленеводы из СПК «Канин». 1 августа День оленя отметят в СПК «Дружба народов» и «Путь Ильича». В СПК «Индиго», Ижемской оленеводе ИКО оленеводов будут чествовать 2 августа. 4 и 5 числа вертолеты будут возить гостей и подарки по семейно-родовым общинам Малоземельям. А 5 и 6 августа праздник завершится уже на просторах Большеземельской тундры в общине Ямпто. Финансирует праздник Управление по делам коренных малочисленных народов администрации Ненецкого округа. В данном режиме подготовка проведения Дня оленя. Это неделя проводим итоговый комитет. И также готовимся к проведению Дня коренных народов, который утвержден Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 августа и проводим его на берегу реки Куя 9 августа.